Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный творожный пирог из песочного теста с ягодной начинкой. Для этого нам понадобится 400 грамм творога, 200 грамм замороженных или свежих ягод черной смородины, 150 грамм муки Алейка от щедрых полей Алтая, 200 грамм сахара, 200 грамм сливок 20% жирности, 100 грамм картофельного крахмала, 100 грамм сливочного масла, 3 куриных яйца, 1 чайная ложка ванильного сахара, пол чайной ложки разрыхлителя, 1 щепотка соли. В плоское блюдо для замеса теста высыпать 150 грамм муки Алейка, добавить 50 грамм сахара, пол чайной ложки разрыхлителя, 1 щепотку соли, 50 грамм крахмала, перемешать. 100 грамм холодного сливочного масла натереть на крупной терке в мучную смесь. Добавить 1 яичный желток, перемешать лопаткой тесто в крошку. Руками собрать тесто в шар. Завернуть в пакет и убрать в холодильник на 10-15 минут. В миску выложить 400 грамм творога, добавить 2 куриных яйца и 1 белок. Добавить 100 грамм сахара. Добавить 1 чайную ложку ванильного сахара. Добавить 30 грамм крахмала. Перемешать творожную массу лопаткой. Взбить творожную массу блендером 2-3 минуты до однородности. Влить 200 грамм сливок и еще раз взбить. Достать тесто из холодильника и из пакета. Раскатать тесто в плоский круг по диаметру формы для запекания. Переложить тесто в разъемную форму и разровнять. Вытягивая края, сформировать бортики. Убрать форму с тестом в холодильник на 20 минут. В миску выложить 200 грамм ягод черной смородины, добавить 50 грамм сахара и 20 грамм крахмала. Перемешать до растворения сахара. Некоторые ягоды измельчить лопаткой. 2 кусочка фольги расположить крест-накрест. Установить форму с тестом и завернуть дно формы в фольгу. Выложить слой черной смородины. Вылить творожную массу и разровнять. Выпекать в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке 40-45 минут. Готовый пирог остудить в форме, переложить на блюдо и подавать к столу. Творожный пирог с ягодной начинкой готов! Понравился рецепт? Ставьте лайк! Чтобы не потерять, добавляйте его к себе в избранное, оставляйте комментарии и пожелания. Приятного аппетита!